Смотрите, новый динамик от компании Pride — это обновленная линейка Ruby. В принципе, параллельное подключение, пожалуйста. Установка, глубина посадочная маленькая в любое штатное место. Эта сеточка в Pride Ruby Air не встает, но, скорее всего, будет сделана специальная сетка для линейки Ruby. Это действительно красиво звучащий динамик. Ты свой спич называешь рэпом, это дичь. Мы на стиле с пацанами, а твой стиль бич. Блин, стой, стой. Ребята, здорово, уральскую пятерочку. Ну что, сегодня давайте рассмотрим, а на обзоре у нас будут новинка от Pride Ruby Air. Смотрите, новый динамик от компании Pride — это обновленная линейка Ruby. У нас есть линейка Solo. И вот появилась линейка Ruby. 3250, пара динамиков стоит. У них новая своеобразная корзина. Соответственно, от 125 до 10 тысяч герц по заявке они работают. 100 ватт номинальной мощности. Если мы возьмем для сравнения другую модель линейки Pride Solo Mini, одну из полюбившихся вам, то, конечно, он по весу раза в 2,5 тяжелее Solo Mini, хотя 100 ватт номинальной мощности и там, и там. Что еще примечательного? В принципе, параллельное подключение, пожалуйста. Установка, глубина посадочная маленькая в любое штатное место. 3, 4, 5 пар динамиков, 6, 7, 8 можно поставить, цена привлекательная. А у динамиков вот такое вот пластиковое кольцо, называется гаскет. Оно здесь своеобразное. Пока я не знаю, останется оно в таком виде или нет, но я сейчас примерил сетку, которая идет на Solo Mini. Вот в Solo Mini такие сеточки 17, они сюда встают. В принципе, ровно идеально. Эта сеточка в Pride Ruby Air не встает, но, скорее всего, будет сделана специальная сетка для линейки Ruby. Еще момент какой. Можно с этой декоративной сеткой использовать также их саморезиками без, ну, и с декоративным кольцом с сеткой. Вот. Ну, линейка Ruby всегда была, там был сколько, 6,5 динамик и вот восьмерки. Это действительно красиво звучащий динамик. То есть тем, кто не гонится за супер громкостью, а хочет получать от громкого звука еще и наслаждение, как бы, качеством. По кольцам скажу сразу, смотрите, у нас есть кольца 16,5 и 17. У динамика корзина 17 сантиметров. То есть если вы приобретаете динамики и ставите в штатное место, берите сразу кольца, именно внутренний диаметр 17 сантиметров. В принципе, тут больше нечего говорить. Мы с вами сейчас начнем слушать линейку Ruby Air. Погнали. Ну что, друзья, тут Владимир прислал очень интересный трек. У нас есть Вова, который занимается настройкой крутых систем. Сейчас попробуем с него начнем, с этого трека, в принципе. Стой, стой, блин, что за фигня-то, а? Извините, ребят, сорян, блин. Просто это, навеяло. Люблю реальных пацанов, реально классный сериал. Как только слышу этот трек, Вован, я тебе, блин, покажу. Как включают трек и сразу начинают танцевать по Садоболю. Подождите, сорян. Давайте другой что-нибудь послушаем. Все, ребят, уральскую пятерочку, позитивом, бодрячка. То есть, если вы со мной общаетесь, не включайте по Садоболю, начинают сразу танцевать. Вот, ну ладно, погнали. Что-нибудь крутенькое послушаем, давайте. Будем слушать Ruby Air. 3250 пара. То есть смотрите, здесь какая тема. Я немножечко поставил динчики здесь. Вот эти вот у нас вроде 4 стоят. Киксы 2200, эти у нас 3, эти тоже в районе 4. Мы сейчас Ruby Air с ними немного послушаем. Вот эти Ганнибалы, они тоже в районе до 4000. Разные треки попробуем. С вокалом тоже что-нибудь возьмем. Вот здесь микрофон.
вот здесь по мне как бы, то есть звучание примерно одинаковое. Давайте сейчас еще послушаем другой трек, у меня есть несколько прибамбасиков. Называешь рэпом это дичь. Мы на стиле с пацанами, а твой стиль бич. Я похитил ее сердце, меня кличут гринч. Ты втираешь дичь, ты втираешь дичь. Ты свой спич называешь рэпом это дичь. Мы на стиле с пацанами, а твой стиль бич. Я похитил ее сердце, меня кличут гринч. Ты втираешь дичь, ты втираешь дичь. Динь-динь-динь, звонят колокола. Похоронили твой талант. Расправил плечи, как атлант. Тут как бы, то есть, обязательно слушайте в наушниках и тут уже как бы выбирайте, то есть, что вам больше нравится. Данная моделька мне нравится, играет чисто ярко и, в принципе, так бодрячково. Да? Нормально играет? Каждый год выходит плюс, за спиной меня задисел, я в лицо тебе... Ну и ценник как бы, почти 3000 рублей, в принципе, за 3000. Сейчас давайте вот, кстати, подойди послушаем. Это мать его союз. Ты свой спич называешь рэпом, это дичь. Мы на стиле с пацанами, а твой стиль бич. Я похитил ее сердце, меня кличут гринч. Ты втираешь дичь, ты втираешь дичь. Ты свой спич называешь рэпом, это дичь. Мы на стиле с пацанами, а твой стиль бич. Я похитил ее сердце, меня кличут гринч. Ты втираешь дичь, ты втираешь дичь. Так, сейчас еще один. Сейчас еще найду, у меня тут есть еще кое-что. О, мы Барри Вайта же должны найти. Сейчас найду Барри Вайт. Put a spell on you, and now you're mine. You better stop the things that you do. You think I'm lying, but no. Короче, смотрите, сейчас глаза закрыл, специально сравнил. То есть эти динамики по мне похожи, да, но как бы здесь, как будто на одном уровне играет инструмент и вокал. То есть он как будто здесь рядом, если... Ну, представь, что ты где-то находишься в зале, в концертном или где-то выступают, да, люди. Здесь высоких больше. Здесь больше солиста слышно, чем инструменты. Это вот MM60. Здесь инструменты и вокалисты слышно. Тут кому как нравится. Это достаточно громко, но инструменты здесь не как бы задушены. Они здесь достаточно высоко. Ну давайте, наш любимый Барри Вайт, я нашел трек. Попробуем, что из этого выйдет. А, ты это что ли? Что за... Ну ладно, давайте его. Походу на песню Барри Вайта он там просто расслабляется. Сейчас еще.
О, я еще, знаете, что послушаю? Сейчас еще 5 секунд. Давайте Джо Кокера послушаем. Ребят, был такой исполнитель, он уже, его нет, но это, блин, вообще офигенный исполнитель. Я вообще обалдел от его исполнения. Давайте послушаем, насколько музыкальный получается. Ну, усилок у нас здесь аудио Nova 4 на 100. В принципе, нормальный вполне усилок. Halt over my, yes I'm my father's son. I live my life just like my father's done. If he'd have told me one day that somebody'd have my heart in chains, would I believe it? No way. Made up my mind I'd never fall that way. But tell me why every time I... Ну что, ребят, ну и в этом батле победил динамик. Вот этот. Шучу. Тут нету батла, просто примерно ценовую категорию. Ну и динамик этот неодимовый. Во-первых, он полегче. Вот 4200 стоит, этот 3250. То есть разница в 1000 рублей, а звучит он интереснее. Реально сбалансированный звук. Паш, ты слышишь? То есть он, ну действительно, что вот можно сделать вывод, это действительно такой баланс. Он вроде бы и громкий, но при этом не напрягает. И слышно инструменты. Мне это понравилось. Поэтому Ruby Air спрашивайте в магазинах Автокаста, да и во всех магазинах России. Пригоняйте, слушайте и консультируйтесь только у людей, которым действительно нравится то, чем они занимаются. Желаю вам отличного настроения, позитива, бодрячка и, конечно, уральскую пятерочку. Пока-пока-пока.